Солдатский медальон, гильзы от пуль и личные вещи погибших красноармейцев. Все эти ценные находки найдены на полях сражения Великой Отечественной войны активистами отряда «Поиск». Я горжусь ими, потому что они ищут людей, которые пропали без войны. Они делают доброе дело. У меня вот дедушка пропал под Москвой. Вот хотел, чтобы они тоже нашли. Наша история, наше былое время. Мы о тех людях, которые погибли, ничего не знаем, а эти помогают обнаружить что-то. Взрывы вражеских самолетов, свист снарядов. Екатерина Галанова о войне знает не понаслышке. 16-летняя нижнекамка в годы Великой Отечественной войны служила зенитчицей. Люди погибли, защищая свое государство. И до сих пор собирают кости их. Они делают большое дело. В этом году нижнекамскому отряду «Поиск» исполнилось 30 лет. За это время активисты движения подняли останки более 3000 советских солдат, установили имена и судьбы сотен защитников Отечества. Раскопки велись в разных регионах России. Самое дорогое, что у меня есть, это мои ребята, члены отряда «Поиск». Без вас, ребята, но не было этого отряда. Низкий вам поклон и огромное спасибо. В честь юбилея отряда в Нижнекамске было организовано праздничное мероприятие. В этом зале собрались люди, кому не безразлична судьба без вести пропавших солдат. Сегодня в адрес участников движения «Поиск» прозвучали самые теплые слова. В ответ активисты обещали и в дальнейшем продолжить эту работу. Летом наши поисковики планируют организовать экспедицию в Белоруссию. Гульяна Нигматуллина, Марсель Джураев, новости НТР.